Ярославский зоопарк оказался богат на животных с экстрасенсорными способностями. Среди них конь по кличке Визит. Выбирая кормушку, он предсказывает исход хоккейного матча между россиянами и финнами. Долгие раздумья коня – это победа нашей дружины в дополнительное время, уверены сотрудники зоопарка. Лошадь – это животное с хорошо развитой интуицией. Они самостоятельно выбирают дорогу, никогда не ошибаются, нигде не споткнутся, не подскользнутся. Поэтому, в принципе, мы думаем, что они и будущее тоже могут предсказать. И как бы, надеемся, что наш конь, наш Вася, сделал правильный выбор. И к тому же в этом году наступил год лошади, 2014-й, и это должно ему помочь еще больше в предсказаниях. Чтобы удостовериться в правильности лошадиного предсказания, мы отправились в контактный зоопарк. Кролики, хомяки, морские свинки и прочие грызуны – все предсказывали победу нашей ледовой дружины. Ну вот здесь опять, честно. Ну тут все тоже. Доверие к прогнозам животных появилось после успеха осьминога Пауля, который на чемпионате Европы 2008 и мировом первенстве 2010 угадал 11 матчей с участием сборных команд по футболу. Не столь успешной была слониха Нелли, которая забивала голы в ворота проигравших. Даже украинцы на домашнем чемпионате Европы по футболу прибегли к помощи хряка Фунтика. Правда, он им так и не помог. Однако, как бы то ни было, не животные должны выигрывать турниры, а спортсмены. Увы, но сборная России завершила поход за олимпийскими медалями, уступив финской команде 3-1. Захар Акубов, Денис Лосев. День в событиях.